Как обычно происходит встреча зависимых людей? Итак, Питер, не хотите начать? Я задрот. Я гей. Комиссар корпуса смерти Крига. Димак из Доты. Лин из Бейден Соу. Джаггернаут из Доты. Я доктор из Гидры. Гидра из Марвела, ну, знаете, да? Кстати, меня зовут Шерлок, и я наркоман. Сегодня мы приблизительно на такой встрече, только больших масштабов. Людей, зависимых от игр. V-Game 5.0. Идем посмотрим, что там интересного. Думаю, уже из названия понятно, что V-Game — это про игры. Соревновательные, настольные, виртуальные реальности, мобильные и всякие другие. Из активности здесь будет кибертурнир по CSGO и Dota, конкурс косплея и зона настольных игр, где сейчас большинство и зависает. По-настоящему интересных стендов здесь немного. В основном это сувенирка и мерч. В общем, я решил узнать у людей, ради чего они сюда пришли. Почему вы решили прийти на V-Game? Искоренять ересь. Ну, так-то, чтобы мир захватить. Ну, начнем с V-Game, с малого, потом побольше, потом другие фестивали. Ну, а так уже Украина, мир, ну, сами понимаете, как это обычно бывает. Потому что не так много фестов в Украине, да и почему не сходить на что-то в апреле? Потому что это фестиваль по играм, а у меня косплей как раз по игре. Бо це фестиваль для косплеєрів і для геймерів. Плюс він заточений тільки на ігри, і я как бы повністю по ігровій тематиці, я обожаю ігри. Ми завтра даємо лекцію, а сьогодні ми ходимо, розвлекаємося, знайомимося з людьми і насолоджуємося тим, що тут відбувається. Мне кажется, основная причина, почему люди здесь, это другие люди. Косплей, возможность пообщаться и поиграть. Зависимость — это плохо, по крайней мере, если это касается не игр. Так что будьте здоровы. И что-то я забыл, хотел такое что-то умное сказать. Чтобы подписываться на Geek One, друзья, смотрите, чтобы подписаться на Geek One, вначале подпишитесь на задрот. Вот, а потом уже подписывайтесь на Geek One, потому что здесь ребята тоже вам расскажут про всякие задротские штуки. Я задрот, и меня не изменить. А теперь то же самое, только в камеру. Я задрот, и меня не изменить. А теперь так, чтобы снизу было. Я задрот, и меня не изменить.